Начало отопительного сезона не за горами. Как говорится, готовь сани летом, тогда и зимой не придется мерзнуть. В округе этим нехитрым правилам следуют неукоснительно. Работы идут полным ходом. Отопительный сезон в этом году у нас проходил длительно. Последний раз мы отопление выключали уже в мае. Если вспомним, то у нас было включение повторное, потому что были холода. Вот, и было принято решение правительства Московской области о том, что необходимо подать людям тепло в дома. Вот, соответственно, подготовку к зиме, уже будущей, мы начали также позже, что было связано в том числе с пандемией. Люди находились дома, соответственно, им нужна была горячая вода. И подготовку систем горячего водоснабжения мы начали со 2 июля. Подготовка к отопительному сезону начинается с проливки системы. Это важный пункт, так как со временем внутри труб, радиаторов и других элементов системы оседает грязь и образуется накипь. В результате стенки становятся толще, а теплоотдача снижается. Мы сегодня смогли посмотреть, что у нас в трубопроводах. Каким образом? На водопроводной сети установлены пожарные гидранты, это технические устройства, которые позволяют выпустить воду с напорного водопровода и оценить визуально хотя бы вот ее качество в плане мутности, цветности. Дело в том, что если из крана течет ржавая вода, проблема не в трубах, а в том, что в подмосковных бассейнах высокое содержание железа, и при взаимодействии с кислородом происходит процесс окисления, элементарная химия. А так как вывода воды нет, то ржавчина выходит из кранов в домах, пояснил Виктор. После проливки мы отправились в котельную, чтобы узнать, какие работы ведутся там. Первый этап – расхолаживание котлов. Система имеет несколько десятков тысяч кубов, и этот объем воды нужно охладить. Охладить его только с забором в квартирах горячего водоснабжения, а, соответственно, в него возвращается холодная вода, которая подпитывается из системы центрального водоснабжения. За двухнедельный срок специалисты проводят подготовку котлов в 3 этапа. Чистка газоходов, продув от золы и повторная чистка. Далее электрика. Проверить и привести в порядок нужно более 4000 контактов. Работа ответственная. Затем гидравлика, испытание трубопровода и насосов. Еще 2 этапа – диагностика резервуаров с жидким топливом и водоподготовка, в которую включены проверки фильтров обезжелезивания и смягчения воды. Кстати, сама вода тоже проходит испытания. Проводим замер на жесткость воды. Берем хром темно-синий и пару капелек в него капаем. Для того, чтобы он окрасился в какой-то из двух цветов. Либо же в пурпурный такой, либо же в синий. Это у нас говорит о том, что вода жестковатая. Нам нужно произвести титрование для того, чтобы понять, насколько она жесткая. Вот такой масштаб работ и всего за 2 недели. Эта котельная обслуживает многоквартирные дома, административные здания и даже бассейн. Сбоев быть не должно, особенно зимой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».